научит московский рэп. Самый-самый московский. В самом центре Красной площади лежит коренной москвич. Лето Ульянов, он же Ленин Владимир Ильич. Метро с отличным названным его именем. Есть станция, университет, что на красной линии. Она так названа не случайно и не сгоряча. Не обошлось ступить другого коренного москвича. Дело в том, что рядом расположен главный вуз России. Спасибо, Ломоносов Михаил Васильевич. В Москве красиво и интересно, есть чем посвятиться. Недаром стольких поэтов доставляла столица. Владимир Маяковский, Есенин, Сергей. Тоже москвичи, что надо, один другого коренней. Другое дело приезжие, где такого лешего. Они тут сюда, там таким потоком бешеным. Валите отсюда, мы заебали, вы и ваши семьи. Так вот, держи ключи от моих хатов, чё на земле. Это Киевпан, а я там жив провинциалов. Держи за кого-то столько пробок и криминала. Я посвящаю этот трек, чья без исключения коренные. Подключал в минус первого поколения. Это Киевпан, а я там жив провинциалов. Держи за кого-то столько пробок и криминала. Посвящаю этот трек, чья без исключения коренные. Подключал в минус первого поколения. Это Киевпан, это Киевпан. Это Киевпан, а я там жив провинциалов. Это Киевпан, это Киевпан. Держи за кого-то столько пробок и криминала. Это Ким, это Ким. Это Ким, понаехавший провинциал. Это Ким, это Ким. Где я переехал, нужно было оставаться. Дома такой был простор для самореализации. Сейчас работал бы в офисе 1013. Для музыканта перспектива просто не ебаться. Я часто слышу, чем зареть чудак-сан-дакуном. Лучше бы сидели дома, поднимали свой регион. Да уж, как ты старайся, круче совета не дашь. Если же они вопрос, тоже поднимает ваш. Сидели, кто сидит на шее у предка до 30. Жалуясь, что из-за приезжих работу не найти. Сидели, кто живет на арендную плату за доставшуюся в наследство от бабушки хату. Кто-то родится там, где ты хотел бы трудиться. Для вас есть реализовать свои амбиции. Кто-то гордится тем, что ты родился в столице. Но только не тогда, когда больше не гордится. Это Ким, это Ким, это Ким, понаехавший провинциал.